Здорово, громадяки, с вами Джейсон. Мы продолжаем проходить с вами Uncharted 2. Среди воров, и нам нужно аккуратненько сейчас пробраться сюда. И нам нужно найти какую-нибудь пушку. Мне нужна пушка. Пушка, пушка, пробит черепушка. Пока ничего. А ты чё не отворачиваешься? Ну-ка, подвернись. А? Отлично. Кто-нибудь нашли? Тут пусто. Теперь у нас есть ствол. А куда тот мужик пошел? Эй! Ай, черт. Блин, как-то больно, прям садили сразу. Так. И... Выходи. Ты что, местный... Снайпер, что ли? Ладно. Не получилось. Теперь водонапорной башни. Бери дробовик и пойдем. Ты поражена? Я их всех победил. Я бы выразилась немного иначе. Да ладно, ладно, наводить критику-то. Все же отлично, мы же всех раскидали, все у нас получилось. Что-то видишь? Вижу. Пожарная лестница, но я не достану. Ладно, подожди. Без тебя мы не справимся, ни сколечки никак. Ладно. Когда залезешь, столкни ее вниз. Вот так. Смотри, что я нашла. Какая ты молодец. Я быстрее. Вот так. В чем дело, заперто? Черт, заклинило. Она чем-то приперта с другой стороны. Ну, можно было бы пострелять и... Нет? Нельзя? Ну! А, жалко. Да, уж хорошо быть циркачом. Очень смешно. Я в этом цирке клоун, но в клетке сидишь ты. Обхохочешься. Так, и что ты предлагаешь? А, понял. Долетит? Походу, не долетит. А, знаю, что хотят-то, ё-моё. Назад. Почти. Ну вот, теперь попробуй. Порядок. Открыл, хорошо, теперь а теперь... Теперь мостик опусти. О, нет. Эй, у нас гости. Чёрт. Справа, они повсюду. И справа, и слева. Что, струсил? Ну что, что, выходи. Да боже, мужик. Все? А, может, ты поможешь мне? Совсем чуть-чуть. Ну, постреляй ради приличия-то. Есть. Кажется, это все.
О. Никак не отвяжутся. Ну давай, 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 постреливай, постреливай. У меня патронов как-то нет. Вот, держи. Ладно. Ладно, поехали. Неужели? А я-то думал, все, уже не справлюсь. Неплохо для прошлогодней модели. Давно об этом мечтала. Чё ты грубишь-то, Дрейк? Но это же твоя бывшая все-таки. Давайте немножко патронов хоть возьмем. И продолжим наше путешествие. Вот и водонапорная башня. Есть, получилось. Не высовывайся. У тебя есть запасной план? Сейчас придумаю. Вон Хлоя. Флинн с ней. Передумал? Нет. Так. Они вот-вот отправятся, надо торопиться. Я пойду туда один. Нейт. Стоп, стоп, стоп. Послушай меня. А ты пока пойдешь вон туда и уведешь один из этих... Внедорожников. Внедорожник. Mm. Обеспечишь транспорт. Я проберусь туда, схвачу Хлою, а ты заберешь нас. На угнанной машине. Да, на ней. Да, поняла. А ты? Я понял. Марш! Порядок? Оу. Да. Так, осторожно. Ладно. Увидимся, когда... Увидимся, когда увидимся. Люблю запах железнодорожных путей. Ты не говори, романтика. Хе-хе-хе-хе, еще сокровище. Оп, оп, оп. Ладно. Здравствуйте. Надо подняться, посмотреть сверху. Это поезд. Да не может быть. Туда спуститься. Должен же быть выход. Да, вот он, кажется, здесь. Может, я заведу эту колымагу? Где у ней? Ага. Отлично, Найт. Эффектное появление Нейтана Дрейка. Это не привлекло внимание. Хорош, 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 вы что-то облепили-то со всех сторон. Отлично.
должно быть больно. Допустим. Охренел ж. Где ты? Лена, Лена, отвечай. Поезд ушел. Хватит стрелять в меня. Бум. И что ты отошел? Кто там приехал? Ух ты, ни хрена себе. Только этого мне не хватало. Тупой еще. Поезд ушел, а в нем Хлоя. И Елена куда-то пропала. Теперь еще эти два тысячи. Самое время. Скорее! Влезай! Гони, гони! Ну, план С у тебя есть? Да, на абордаж. Что? Я запрыгну на этот поезд. Ты рехнулся? Подвези к поезду, я прыгну. А зачем только спрашивала? Делай, что говорю! Оттуда. Соображу по обстоятельствам. Ну, конечно. Так, поехали. Ага. Еще чуть-чуть. Уже почти. Просто. Давай! Прыгай! И чё это за хрень? Ой, наверное, в головном вагоне. Давай, давай, шуруй. Боже ты мой. Сейчас не впилиться ни в какой знак. Дается мне, пока я дойду до главного вагона. Нас тут захотят еще пару раз прикончить. Отлично. С двух кнопок тяну. На тебе вообще с двух кнопок. Черт, Саня. Открывай давай. Надо как-то пробраться вперед. Такой.
Нифига вы хитрожопня. Прикол. И понимать. Проскочил. Самое прикольное, что он как-то... не хочет залезать наверх. Так, и теперь надо успеть. Да, здорово. Как раз этого нам не хватало. Надо слезть отсюда. Я говорю, ублюдки. Отлично, боеприпас. То, что надо. Мужик. У него прям эти бессмертные парни. О нет, мне не нравится этот звук. Побежали. Покой, да? Как
хватит уже! Патронов как-то осталось мало, собственно. Мало? Ну, походу мало. Давайте откройте двери. Мы поняли, да, что уничтожили весь поезд. Да ты нахрен делся. Вы чё, акробаты что ли тут все? Такое ощущение складывается, что все акробаты. Давай, давай наверх. Бесконечный поезд. Смотри, не обделайся. Да умри, ты умри, умри, я тебя прошу. Готов. И. За ним. Наступаем. Убить его. Вот они. Thank you.
О, еще один. Так, отлично. Что, полез? Офигеть просто. Так, отскочил. Этот отскочил. Как бы еще вон тот отскочил, был бы совсем хорошо. Отлично. Еще вот с тем гумником разобраться бы. Говорю, бесконечный. Кто это? Откуда ты взялся здесь? Пока-пока. Отправить вертолет. Еще тебя не хватало сейчас. Опять ты. Куда же ты? Я просто счастлив. Так, и тебе посадки, ублюдок! О, как же они меня задолбали! Пошел ты, слышь. Ха-ха-ха.
Все, карате. Это мое, придурок. Вот так. Снова спасла мне жизнь. Ты цела? Уходи отсюда, Нейт. Ты с ума сошла? Ты представляешь, что я вынес? Знаешь, никто не просил тебя геройствовать. Хлоя, брось, на это нет времени. Именно. Так что убирайся отсюда, пока еще можешь. И бросить тебя с ними? Ты выбор сделал. А что ты от меня ожидала? Ожидала, что прикроешь мне спину. А я что делал? А ты тащил двух идиотов на своей. Так удачи с Флином. Вы друг друга стоите. Поверить не могу. Нет. Ты просто не знаешь, когда надо остановиться. Что, нечего ответить? Совсем ничего умного? Гарри, стой! Нет! Даже не думай! Хватит! Просто отпусти его! Прикончить его! Мы так долго бежали вперед, чтобы теперь... Возвращаемся к тому, да, чего мы, собственно говоря, и начинали. С разбитого поезда и раненого Дрейка. Давай, будь героем. Спаси Хлою. Отлично. Продолжим в следующей части.